Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Это видео без такой темы огородной, просто хочу предупредить. Я 5 дней назад снимала видео про капусту, где говорила, что у нас начинается эпидемия гриппа. И все эти 5 дней я болела, лежала с температурой, не выходила вообще в интернет. За это время кто-то создал фейк-страницу с моими фото, высылают просьбы, как дать сотовый телефон, там какие-то коды. Не отвечайте, это все не я. Вы понимаете, что тот, кто был у меня на странице, тот, кто со мной общался, что мне ваши телефоны не нужны, я ни у кого никогда в жизни не просила телефоны. Я рассказываю только о растениях. Я никому сама первое не пишу, ничего не прошу, мне просто нет на это время. Если кто-то написывает вам, вступает с вами в переписку, это значит, человек настолько свободен, сейчас идет посевная, я даже ответить никому не могу, у меня нет времени, не говоря уж на то, что просить какие-то телефоны с какими-то кодами, с кодами тоже, вы все знаете, что я человек в возрасте, я ничего в этом не понимаю, я никогда не буду ни с какими кодами связываться, зачем это нужно, я не знаю, но явно, что это какие-то мошеннические действия с целью выведать какие-то ваши данные. Не переписывайтесь со мной, ну, как с тем, кто пишет от моего имени. Если вы не уверены, что это моя страница, ну, вот мне женщина дала даже ссылку на эту фейк-страницу, сейчас вроде бы она уже заблокирована, но они умелые такие ребята, они создадут еще и еще. Значит, если вы хотите себя обезопасить, не пишите мне, не написывайте. Я первая никогда никому не пишу. У вас никакой такой необходимости нет писать мне, вступать со мной в переписку, ничего страшного, если вы просто зайдете, посмотрите материал, посмотрите видео и все. На все актуальные вопросы я сама даю ответы во время видео. Если кого-то интересует там пикировка, посадка, все это есть. Я пишу статьи, выкладываю, я снимаю видео. Никаких дополнительных вопросов не надо мне задавать. Вы вот, вступая в переписку со мной, в такую активную, вы провоцируете сами мошенников. Они видят, что люди пишут, люди отвечают. Они начинают вам закидывать вот эти удочки. Не переписывайтесь со мной, потому что это может быть и не я вовсе. Достаточно выставить мое фото, написать мою фамилию, и можно вполне переписываться, разговаривать с вами от моего имени. Меня сейчас вообще нет ни на Одноклассниках, нигде. Я только сею и по ходу вот снимаю видео. И еще я всю неделю болела, меня вообще не было. У меня была температура 39,5, я даже не вставала. Ни о каких таких кодах, ни о каких номерах телефонов мне было думать вообще некогда. Сами подумайте, зачем мне, незнакомому для вас человеку, нужен ваш номер телефона? Все это мошенники, не поддавайтесь. Но вот я вам хочу посоветовать верное правило, чтобы никуда не влипнуть, никаких неприятностей, не переписывайтесь и все, потому что мне никаких данных ваших не нужно, это ясно. Зачем номер телефона, какой-то код? Я занимаюсь своими посевами и больше никуда, ни в какие ваши области не вторгаюсь. И вы старайтесь как можно меньше заходить в переписку. Именно в переписке все наши данные, все они вот рассылают по перепискам. Кто отзовется, того цепляют. Не отвечайте, потому что я вам даю гарантию, что я никому не пишу. Первое, мне некогда. У меня нет одной свободной минуты. Я лежала пластом неделю, теперь мне нужно это все наверстывать. Я не знаю, как свои тут проблемы решить. У меня муж занес вирус гриппа с работы в дом. Мы с ним лежали неделю пластом, думала, вообще не выживу. Какие мне тут коды, какие телефоны, мне вообще не до этого. Я хочу вот до всех донести, что бы ни пришло, потому что я больше чем уверена, что будут еще раз создавать и еще. Они где видят активность, где люди в группы собираются, в многочисленные, они там стараются ловить нас. Я никогда никому не пишу, ничего не прошу. Знаете, все, я вот всех предупредила, сейчас выставлю это видео. Поделитесь, пожалуйста, если у вас есть какие-то друзья, потому что у меня в друзьях очень много и в подписчиках может прийти любому вот этот вот как просьба дать номер телефона или переслать код. Это все не я, мне не до этого, я этим не занимаюсь. Я только земля, растения, все. Больше никаких тем я не касаюсь. И некогда мне вам писать, спросить у вас номера телефонов.
Я и так в цейтноте нахожусь, не успеваю из-за болезни. И так вот сейчас еле стою, у меня еще температура не совсем понизилась. Готовлю семена к посевам. Поверьте, это занимается этим только тот, кому сейчас делать нечего. Но это не я точно. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Конечно, после болезни это пренеприятнейшее известие. Я неделю лежала, переживала, думала, растения мои не выживут, пока я пластом лежу. Но растения выжили. Наоборот, встала, удивилась, что помидоры как лес. Да, моя рассада, правда, за время, пока я болела, превратилась в лес густой, до самых ламп доросла. Все хорошо, у меня только сердце отлегло, что с растениями все прекрасно. Зашла в Одноклассники, там 100 сообщений о том, что создали фейк-страницу. Пожалуйста, примите к сведению мое предупреждение, это не я. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Я телефона ни у кого не прошу. И вообще, если вам пишу я, как будто бы не отвечайте мне, вот и все.